2022 года. Ебать, у тебя рожа опухшая от алкашки. Блядь, да я не пил вообще. Че ебнуть? Я только первый день, когда приехал, сидром мы напились. Ну, точнее, я выпил и все. БТВ ездили, короче, знаете, есть, короче, сидр в магазинах по 80 рублей. Яблочный, вот такой, как лимонад. Он пиздец вкусный. Съездили в магазин, короче, дорогой. Там был сидр, значит, какой-то итальянский либо испанский за 500 с чем-то рублей. 0,75. Короче, попробовать взял. Блядь, такой, блядь, невкусный, супер-мега невкусный. Типа, и, типа, от него и не опьянел, и он просто невкусный. 500 рублей, блядь, стоит. Импортный какой-то. Короче,